Галина Сакамова, заслуженный артист России. Дорогие друзья, но я хотел бы на слово сказать, а кто же эти люди, которые тянут, как говорит Галина, свои костлявые руки? Елена Паткина, которая разворовала Татарстан на миллиард. А что мы видим здесь, в Московской области? Миллиарды идут, конфискат таможенный через них, автомобили, все, что отбирается на таможне, в том числе и санкционные продукты, которые они якобы уничтожают. Что мы видим в Серпуховском районе? Ведь они не только парк Дракина пытаются захватить, в том числе имущество Мослеса, люди, которые занимались санитарной защитой леса, федеральные государственные учреждения, банкротят именно она, ликвидируют и воруют оттуда всю технику большегрузную. 10 миллионов должны сотрудникам заработной платы, реализовали имущество, более чем на миллиард там имущества. Рассовали все по карманам, даже людям зарплату не заплатили. Вот здесь находятся у нас люди с Мослеса с этого, которые пострадали, в том числе коммерческий директор, который пишет заявление везде, но ноль эмоции на нее, потому что это опытная дама, которая уже набила руку себе. Все, кто говорят, что мы защитим государственное имущество, это люди, как только начинают заявлять, забрав этого детского спорта. Я хочу сказать актеру нашему, любимому, уважаемому Галине Стахановой, что это один участок парка Дракина и два участка, это для США Зубрёнок, конно-спортивный клуб и другие. Конечно, это вообще просто выше всякого предела подобным заниматься. Но не только она Мослес забрала у людей, которая занималась санацией леса, она забрала еще и в том числе с помощью Росимущества было распродано завод «Металлист». Бомбоубежище продано, которым должны скрываться при военном положении наше доблестное УВД. И на сегодняшний день возбуждено уголовное дело по данному факту. Дергунова, руководителя Росимущества, Путин уволил. Так почему же Паткина на месте? Паткина на бабке. Я думаю, что мы все в состоянии защитить наш район, защитить наших детей, а всех этих жуликов, казнокрадов, чиновников, которым самое место на костре.